В Уфе появится аллея инвесторов Башкирии. По словам вице-премьера правительства республики Андрея Назарова, она будет вишенкой на торте, дополнительным бонусом к тем льготам, которые уже получают компании на территории Башкирии. И там на аллее будут закладываться звезды. Чем крупнее инвест-проект, тем больше звезда. Представляете, у кого-то маленькая, у кого-то побольше. Ну и нормальные тщеславные люди должны стремиться, чтобы большая была звезда. Вот будем к этому стремиться, она будет на видном месте. Инвестиционную политику в республике обсуждали на первом форуме «Башкортостан зовет». На него съехались более 500 участников из Азии и Европы. Они представляли 300 крупных компаний. Три задачи мы сегодня выполняем. Первое, мы заявляем республике, как действительно, еще раз заявляем, мы постоянно этим занимаемся, что мы действительно эффективный и привлекательный для инвестиций регион. Второе, даем площадку уже для работы. И третье, говорим спасибо и слова благодарности за то, что те, кто нам в нас поверил и уже сейчас работают, и надеемся, что они дальше будут инвестировать в республику. Если бы так оказалось, что Башкортостан оказался островком вот такого, как бы сказать, финансового рая, я чуть преувеличиваю, но понимаете, этого это привело бы. То есть надо заниматься пиаром, помимо всего прочего. Надо о себе говорить, как сейчас было сказано, что да, здесь да. Климат есть и так далее. Вот что надо делать, надо привлекать внимание. В рамках форума было подписано 6 документов о сотрудничестве и реализации инвестпроектов на территории Башкирии. Среди них меморандум о строительстве гостиничного комплекса на территории Уфимского железнодорожного вокзала и грузового терминала в аэропорту. Мы нашли партнеров, компания «Козова». С ними у нас есть по отелю и договоренность по проработке вопроса о строительстве и создании грузового терминала в нашем аэропорту международного. Это очень большой объект, и он увязывается с ростом грузоперевозок нашего аэропорта. 15 января планируется подписание уже конкретного инвестиционного соглашения. И в течение 2 лет мы уже планируем построить и принять в эксплуатацию данные объекты. Завершился форум заседанием клуба активных инвесторов «Алга Башкирия». В рамках него состоялось обсуждение инвестпроектов, реализуемых на территории республики. Рустам Нурешев, Роман Нугуманов, городской телеканал ЮТВ.